Так, привет, народ, это Альвинес, это обзор мода Terraferma Craft, как видите, версия Minecraft 1.12. Как видите, по F3 показывает больше, какая температура у нас, минимальная, Terraferma Craft, сколько всякого всячины. В общем, как вы понимаете, Terraferma Craft вроде бы как обновилась на 1.12. Сильных таких особенных изменений я не увидел. Я сильно в нее не вникал, но первое, появились какие-то цветы, то есть добавлен как бы мод Moflows, или как он там, натурал, ванильные. Но руды, как всегда, они были, так и остались. У нас там что-то горит. По-моему, немножко изменилась генерация. Видите, это у нас тут лава. Животные остались, это я так понимаю, у нас самец, это самочки. Так, что это вообще? А, зайчики появились. Из них можно получить автоподпрыгивание. Control of done. Так, что у нас в ней есть? В принципе, у меня еще появилась одна такая маленькая проблема. Я поставил динамик урон. Что за камень? Rough limestone. То есть у нас появились маленькие проблемы. Короче, когда я поставил первый раз, я забыл брать динамик урон мод. Это мод на звуки, там всякие эффекты. И потом, когда я его убрал и запустил терраферму чистую, у меня почему-то вообще терраферма не имела звука. Когда я его вернул, он у меня появился. Не знаю, может это у меня так, но имейте в виду на заметку. Это так, подождите. Mod Option Dynamic Surrounding. И он еще требует одного мода Aura Leap. Вот этих два. Но он обновился, судя, вот динамик сунул. Без него у меня почему-то звука не было. Но это может у меня так. Так, у нас появились цветы. Вот, кто-то из дех. И у нас появилась кожа. Вот, теперь что еще? Что такое? Малахит. Жилы. Ну вот, растения есть. Мы им даже можем собрать. Единственное, я не понял, как бы одну маленькую вещь. Как у нас сейчас создаются питы? Сейчас объясню, в чем дело. Вот я как он выглядит, знаю. Вот как его создать, fire pit. Раньше все делалось просто. Палочки и, ну, теоретически, наверное, все так оно и должно быть. А, кстати, познакомьтесь, это Sequoia Log. Я убрал все текстуры, все, чтобы было более-менее одинаково. Так, вот набираем, делаем, допустим, почему так, зажигалку. Так, обычно что мы делаем? Кидаем раз, два, три, четыре. Не знаю, может, камушки там надо накидать еще. У меня вот такое подозрение. И вот она все сгорает. Я вот этого не понял. Поэтому переходим в Fire Pit. Вот он, Fire Pit. Где? А, у меня отключено трое. Да, тогда критик можем отключить. Значит, берем Fire Pit. Его ставим. Я сейчас не в креативе. Ну, вот он у нас выглядит так красиво. Я же не в креативе был. Почему он сломался? Или в креатив? Креатив, не креатив. Так, ставим его. Допустим, делаем, что мы делаем? Ну, как всегда, топор самое первое. Да. Вот насчет перепить я не разобрался, как он тут делает. Вот, сюда можно закинуть. Нам надо, конечно, нарубить дрова. Все по-старому, особенно ничего не поменялось. Поменялось так как бы визуальный собачек, допустим, шерсть сейчас падает. Вот, мы можем закинуть логи, этот поджечь и что-нибудь там зажарить, да?
И сейчас, допустим, вот эти вот Fire это Clay, вот эти вот, они делаются не так, как раньше. Мы его даже, по-моему, в мир поставить не сможем. Вот, как мы раньше делали. Сходили и вот ставим. Видите, он не ставится. Так, готово. Мы его сюда кидаем, и он тут нагревается. Чтобы его юзать, сделать, надо Brilliant White. Написано Fiery Pit или Charcoal Forge. Ну, вот это я не знаю. В принципе, Charcoal Forge сделать не проблема, потому что угля мы нажарить можем. Ну, допустим, вот берете, когда находите. Вот, кидаете сюда, ставите, получаете, короче, уголь. Вот, он у меня до Dark Red нагревается. Дальше почему? А вот, что-то дальше пошел. Может, от древесины зависит еще. Dark Red и пошло дело, да? И вот сейчас, наверное, остановится. Больше он разогреваться не будет. Наверное, ему надо меха. Меха, естественно, я не получу. Появились новые немножко. А, вот, это так, юзач. Да, видите, ферипит. Вот, и он больше не нагревается. Что делать, я не знаю. Эти самые, как они, торчи мы получаем по-старому. Вот. И потом вроде бы, если бы... А, вот тут он не разваливается. У меня как-то он разваливался, и он превращался в древесину. Я вот только не понял, как его инициализировать. Может, надо вот эти накидать. Вот это, блин, без понятия, короче. Вот, оно просто на всю сгорает, все. Может, надо, блин, вот никак не разберусь, как это делается. Может, как-то чинг-чинг. Как-то подобрать, блин. Что-то вот он не формируется. Вот этого я не нашел. Ладно, поскольку я в креативе, можем полетать. Вот. У нас, в общем, мир, ну, немножко по мне генерация изменилась. Изменилось также некоторые цветы. Я вот не знаю, найду ли я тут глину. Ну, вот видите, все вещи есть, все как бы по-старому, особенно. Вот очень много вот таких вот одиночных. Какая-то, видите, вот этих появилось очень много разных цветов, которые сбивают немного с толку в самом начале. Ну вот, медь ее можно подобрать, деревья срубить. Вот волки, с них, кстати, выпадает. По-моему, стали с волчар вот выпадает еда, этот rough meat и шерсть. Я не знаю, было ли раньше такое, просто волков никогда не трогал. Банана. Вообще-то, где я нахожусь, я не знаю. Ну, вот этих можно загубить. У них меньше ХП стало. В принципе, и у вас тоже. Уголь тут стал выглядеть как обыкновенный, не какой-то специальный. Так, это что у нас? Это у нас, судя по всему, малахит, да? Смол малахит. Чуть-чуть по-другому выглядит проспектор, проспектирование. Не знаю, удастся ли мне это показать. Проспект нотель интересен. По стороне появляются циферки, когда вы что-нибудь находите. Вот. Обратите внимание, теперь вот такие цветы, вот такие вот цветочки, обозначают глину. Не такие наши любимые желтенькие, а вот именно вот такая вот, даже не знаю, как ее назвать. В мире есть, конечно, эти желтенькие, но они совсем... Я очень долго в болотах, я не знаю, не насчет болота, как у нас выглядит. Ух ты, вот очень много мха появилось. Кстати, для чего он используется, я так и не понял. Вот, в океане я не увидел ни рыбу, ни этих возле океанов. Сейчас у нас, в общем, не выжить. У нас нету там, ну, во всяком случае, может, должны быть какие-то специальные океаны, чтобы увидеть это, что у нас за руда. Видите, это точнее за... О, кстати. Это используется как-нибудь. Грибы, как всегда, не используются. Вот. Не видел тыков.
пока что. Хотя подождите, а тыквы тут вообще есть? Вот, обвалы слышал. Jack of Letter, рецепт. Pumpkin, рецепт. О, pumpkin, текстура изменена. Ну, что-то нашел. Нет, ничего интересного, ничего интересного. Блин, как это показать? А, ночью скелеты ходят обыкновенные, ванильные. Каких-то там шпец-скелетов я не видел. Но сейчас ночь, да, вот где-то тут вот у нас негодники заспавнились, да. Нету. А где монстру? Так, ну, свинки, это все старое, ничего тут особенного нету. Вот, очень много, короче, появилось очень много новой флоры. Вот, скелетов пока что я видел только таких. Ну, в принципе, мод вышел пару дней назад. Кстати, что Silver? Nothing interesting. Кстати, посмотри, сколько у него хп. Топором его можно убить. Раз, два, три, четыре. Ну, не так страшно уже их убивать. Раньше... Так. Nothing interesting. Блин, как тут живо эту показать, что сбоку цифры появляются еще. Да, блин, тут же должно быть где-то. Серебро, алло, покажи. Ну, в общем, как говорится, я тут сильно не раз... Вот, видите, висмутин 61, 97, 108. То есть, вот, не надо сейчас подсчитывать, сразу идете 97, 91. Видите, он показывает, что это значит сильно, я не знаю, но это, судя по всему, это место, где можно его добыть. Ну вот, топорами мы сейчас, ну, довольно-таки быстро справляемся. Так, что еще хотел показать? В принципе, это... О, медведы. А медведя за сколько? Раз, два. Ну да, медведя, как всегда, медведы — это медведь. Так, ну, все руды, все есть. Единственное, как начать. Единственное, что не разобрался, как это что такое, рафриорит. Ну, вот эти вот лужи. Чуть-чуть по-другому она сейчас выглядит, да? Пещера. Так, вроде бы все старое. Так, а вот мне вопрос встал. Если мы... Это раф малахит, юзач. Мы его можем перетереть. Перетертый малахит. Под... Поттери. Вот такой. Что это такое? А как горшки? Сейчас у нас что, горшков нет? Вот, горшки есть. А, он вазу называется. Поставить его могу. В смысле, он не ставится сейчас? Это я могу закинуть, да? И юзач, я так понимаю, Crucible. Так, я могу день сделать. В смысле? Зомби, извините, мы с вами разойдемся. Я так понимаю, это сейчас надо в этом... Фирепит. Наверное, в Фирепите делать. Да? О, он еще и светит. Да, теперь пережигать это надо в Фирепит. Вот почему он не разваливается? У меня как-то он развалился. Как же это я делал? То ли ножом я его... У меня только был тогда нож. Мне не на чем сделать. В общем, тут надо изучать и изучать. Так, пока не ясно. Так нож делается.
С костями делается, с костями тоже делается. Так. Дайте мне день. Тайм ТФК. А, не разваливается. Вот как вот его сделать, я пока не знаю, ребят. Кто знает, пишите. Я в этом. А, у меня еще стоит этот самый. Как он называется? Optifine, поэтому у меня стоит свет этот, как его, динамик light. Вот, как видите, чуть-чуть покрасивее все стало, но это еще бета-версия, так что тут не конец, они будут его разрабатывать. Вот, ну, играть фанатам, уже играть в него более-менее можно. Насчет ферепита, извините. Так я и не разобрался, как им пользоваться. Вот, очень много тут маленьких изменений, таких, которых я не знаю. Так, что тут всякие цветочки непонятные, монстры, как мы его могли заметить. Очень появились лишаи, всякие другие цветочки. Изменился немножко этот фаепит. Вот наша есть трава. О, все падает. Так, а где наши руды? Вот, видите, в пещерах появился лишайник. Или это что такое? Он даже 100%, который вырос, я его собрать так и не смог. Вот тут, может, что-то будет проспектить. Вот, нет, что-то такое. Сильвер. Вот. Так. Ну, ссылку на этот мод вы найдете. Он, по-моему, 3 дня назад обновился. И об этом сообщили. И вот я его каким макаром, я так и не понял, как я его нашел. Ну, на SoundForge. И версия 1.12. Если я, ну, кукуруза, да? Маис, кукуруза. Что у нас за руды такие? Ну, кто профессионал? Лаймстоун. В принципе, тут все по-старому, кроме того, что сейчас не надо делать ямы. А подождите, а ямы-то делать не надо. А вот это зачем тогда? А, я же в креативе, да? Блин, утро не могу включить. Так, а я могу выдать себе так беды кровать, допустим. Рецепт, ну, по-старому делается. Так, чтобы выйти из креатива, чтобы утро настало. Sweet dreams, ну, будет утро. Так, у нас добрым утром страна, как говорится. Монстры должны были все сдохнуть. Так. Пить можем. О, кстати, глина. Вот. Глину мы, естественно, добыть можем вот таким макаром. Ой, запорол. Так, да, камень, вот это, и можем копать. Так, глина закапывается. Да, вот один слой глины есть. Да, цветочки они заменили. Зачем, я не знаю, но они их заменяли. Так, что мы можем так юзать? Что там падает? Клей можем сделать, фири клей, смелтинг, клей кнаппинг. Ну, дальше все по-старому, да. Да, все, ничего не особенно не изменилось. Так, это зачем я перешел в этот режим? Я вот хотел найти море и показать. О, там, по-моему, я вижу море. Так, я надеюсь, это море, и мы там сможем увидеть, что. Так, куда мне? Вот туда. Надеюсь, это море. Что море у нас сейчас. Хотя, может, мне так, может, как не во всех биомах. Я вот точно не могу сказать, что у нас лаймстоун. Может, не во всех биомах, просто море у нас как бы.
Что такое? Это oats, наверное. Барли. Barley seeds. Гематит. Блин, где это море? Ну, типа моря. Там на нем. Где оно? Вон оно. Или это озеро? Не, я был именно возле моря. Вот, вроде бы море, да? Но я надеюсь, что это море. Видите, берега нету нашего. Вот, глина. Может, вот это как-то есть можно, но я попробовал собрать из него ничего не делать. Вот, ну, судя по всему, вот это море. Ну, в общем, пропали наши любимые, ну, начальные. В принципе, только в начале них все обычно пользовали. Но это точно или это большое озеро? Из него пить можно? Не пьется. Может, возле берега только? Хотя возле берега, судя по камышам, ну вот этим вот, возможно, это не вот не пьет. Что я там поставил? А, перепит. Вот. Так, переходим в ручной режим. Так. Пьет. Это может больше. Может, я просто море не находил? Черт его знает. Что там такое у нас ходит? Ну вот, немножко изменилось текстурки, немножко генерация, ну, в общем, вот эти вот, мегаплан, а, вот вспомнил, мегаплан пак был постоянно, вот, кстати, Sugar King, 66 грувинг, ну, как говорится, вот, растительность выпадает. Так, еще можем посмотреть хоя. Ой, садить я могу. Даймонд, о, даймонд хой. А, так это ванильное. Мне надо терраферма, крафт. Вот. Так, садить можем, можем. Йод, не то. Сейчас, судя по карте, это не море, это вот море, да, океан, оушен, так, он где-то идет, что-то не так у меня, я где нахожусь вообще, я тут, давайте я еще к океану слетаю и вернусь. Так, ну вот он, океан, ой, выкинул, нафиг с ним. Вот она, Ocean, видите, Deep Ocean. Ну, у нас, как и я, ну, во всяком случае, у меня в этом биоме. Я, правда, бегал еще в других картах. Ну, нету. Рыбы тоже не видать, осьминогов не видать. Так что особенно тут не очень понятно, куда делись водоросли. Хотя вот тут вот. А, тут что отличается? А, цвет воды отличается. Тут зеленая, тут светло-голубая. Я так понимаю, вот тут вот пить можно, а тут нельзя. А тут вот. А, хотя я не настолько голодный, наверное. Да? Ну, получается, что так. В общем, изменения, которые я увидел, что пропали водоросли, поменялось. Если раньше мы делали все в яме, теперь все делаем в костре. Но вот как костер сделать, я так и не понял. Пит, ферепит, да? Вот он. Рецепта, я его вот, нажимаю. Как вот его получить? Данный, может, не доделано, может, еще какая-то ерунда получается. Что у нас? Дуглас пик. Ну, в принципе, умереть тут сложновато с голода. Животных вот хватает, если вы сделаете, найдете, как сделать этот ферепит, то, в принципе, можно. Что у нас под землей изменилось? Так. А, пропали сталактиты. Не вижу сталактитов.
Кстати, не вижу. А, не, есть. Вру. Ну, пещеры, по пещерах так особенно ничего не изменилось. Структура пещер такая же. Да? Ничего особенно тут не поменялось. Вот то же самое уныние. Пещеры как пещеры. И что у нас такое? Равгнес. Равдес. Давайте вылезем. Вот. Ну, в принципе, на этом можно обзоры и кончать. Заканчиваем. Что, вода? Вот. Эти камни мы добывать можем. Если я правильно я сделаю. Вот, выпадают. То есть это без проблем. Так, зима, день, ночь у нас есть, наверное. Как это узнать, я не знаю. Подождите, а как узнать, какое сейчас время года? А, все есть. Да, да. Просто в креативе этого нет. Так, и что еще? О, опять. Ну, зайцы. Короче, снова у животных это зайцы появились. Может, они и раньше были, но больше я пока что никого не видел. Вот. Но этот функционал не имеет. Срезаются они ножом, вот эти вот все мхи. Лужи поменялись, уже не такие огромные. И деревья тормозят, да, хотя... Вот. Ну что, если кому понравилось, если кому донес хорошую новость, что Terraferma Craft вроде бы ожил и, надеюсь, его доделают, не забывайте, что это бета, будет все меняться быстрее всего. Вот, ссылку на мод вы найдете в описании. Фанатам, о, это у нас, я так понимаю, о, джунгли. Первый раз вижу джунгли в Terraferma. Обыкновенные джунгли. Ну, ничего так, это что? Хик Плейн. Ну, вот джунгли я первый раз вижу в Terraferma. Я еще до них ни разу не доходил. И у нас тут быстрее всего мел. Да? Это ж мел. Мел. Марбл. О, марблский ребион. Вот. Пока. Ты кто? А чё вы дохнете? Дубча застряла, да? Малыш с мамой, что ли? Сдохла. Так, у нас выпадают кости всякое приятное. Ну, блин, поиграть, наверное. Блин, всё хочется так поиграть, но... Видите, вот такого такие чуваки ходят, других нет. Это что такое? Palm leaves. Растительности я очень мало видел. Съедобные. В начале игры, так что вы будете мясоеды в самом начале. Да. Вот. Ладно, все сказала. Что там такое было? А, это освещенное просто. Может, в тропиках какие-нибудь... О, тут можно проверить. Лава. Как? О, генератор базальта. Раб базальта. Ага, так можно так вот базальт добывать? Ну вот, имейте в виду, нашел способ, как получать базальт. Правда, найдите такое место. О. Ну, черт его знает. А, лошади появились. Очень много лошадей, не знаю, их прямо тут. Монстры ванильные. Это что такое? Maple leaves.
Ну, пауки, Maple Leafs, может, еще что-нибудь под конец такое. Давай, игра, сюрприз сделай, покажи что-нибудь. Не, вроде бы ничего такого особенного. Генерация изменилась, но... Вот охота что-нибудь найти такое, чтобы вау, габро. Ну, ничего не нахожу. В принципе... А, ну да, давайте посмотрим так вот по-быстрому, что изменилось. Ну, в принципе, тут ничего нового, да. Появился какой-то дебуква, но это для программистов, это вообще другой мод. Так что руды, красная, синяя сталь есть, какие-то лампы есть, но их рецепта я что-то не находил. Вот, ну, броня, как всегда, делается. Вот. А, ангел изменился, да? Ангел похорошел. Вот, что забыл сказать. Так, появился. А, шилды появились, эти щиты. Вот, пит, торф был, тач, или что ты используешь, в принципе, его не нужно, кювер, ну, вот это не поменялось, крусибл не поменялся, ларч везл не поменялся, только как добиться бриллиант вайт, я без понятия. Вот, руды, как у нас сейчас выглядят, да. Промывка. Вот цветы какие. Бар, кактус. Кактусы. Кактусы. Как они у нас сейчас, может, как и раньше выглядят. Блин, у них сейчас песка не будет. Просто так встанет. Сомневаюсь сильно. Нет, он только на песок становится. Становится на песок. А песка у меня на данный момент нет. Блин, я уже хотел заканчивать, но тут вот. Ой, красота. Ну, все, что ферма Крафт, она красивая, но очень без модов, она очень-очень немножко нудноватая, ну, как по мне. Что-то в ней вот чего-то вот чуть-чуть еще добавьте что-нибудь. И было бы какой-нибудь миллионер добавили, было бы вообще так. Блувери по-старому, заборы. По-моему, по-старому такие заборы из камня, из solid cable, кабла, уже не из этих, не из камушков делается. Параллель по-старому, двери по-старому, лодка по-старому, вроде бы как. А где анвил? Ну, еда, понятно. Клотнинг по-старому, сил клотнинг по-старому. А, еще видел, что джук, видите, джук, water джук, salt water, room, короче, beer, можем, по-моему, набирать сюда эти всякие. И вот это вот добавилось, пот. Для чего он нужен, я не знаю, наверное, еду варить. И где ангелы? О, ангел. Давайте посмотрим, как ангел сейчас выглядит. Где тут у нас? Площадка неплохая. Так, Claims, сюда кувалда, сюда слиток, сюда два слитка. Ага. А если я возьму два слитка? Они сейчас автоматом закидываются. Куда надо? О, теперь, наверное, разогретый слиток будет намного легче. Claims, кувалда. У меня кувалды нет. Ну, сейчас ангел красивый. Это я ничего не менял, они сами Blue Steel. Ой. А, я идти не могу, да? Конечно, пойдешь ты тут. Где эти? Где бочки? Бочка мне что-нибудь изменилось. Сел бар. Ну, механика немножко. Стоп. А как его использовать? Как большой уже нельзя, что ли? Как ящик. Алло. Это все серьезно? А как его использовать как ящик? Что, уже нельзя? Ну, нет, я так не играю.
Вот. Нет, это не подходит. Вот это. А, блин. Вот это дайте. Так, сюда мы можем скинуть. 4 только. А как его поставить? Штука, иди отсюда. Спасибо. Так, может из-за того, чтобы креативен. Мы его поставить можем. Ну, не ставится. А сюда закинуть, сюда могу. Как его поставить? Так, хорошо. Это что за хрень? Вообще никак она не это самое, что юзач. Мы его можем жарить. Бриллиант вайт. Делать можем. Недоделано, я так думаю. Или я не знаю механики. А где... Как он называется? Вот этот. Васел. Где Васел? Васел мне дайте. Как он пишется? Весел. Вот он. Large vessel. А, наверное, вместо этих только large vessel можно использовать. Да. Эти для воды, эти для... А как его забрать? Так, а вешать его могу? Тут где-нибудь есть? А, так что ли? Стоп. Поставили, накидали всякой хрени, забрали. А, то есть я его могу переносить. Ну, тоже неплохо. Так, вода. Вода. Где-нибудь тут вода есть. Ох ты, какой биом. О, вода. Вода, 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 но это, наверное, будет плохая вода. Ага. И как мне его перегруз? И как мне его перенести? Куда мне его скинуть? Сюда, что ли? Я идти не могу. Интересно. Сюда положить не могу. Юзач. Ну, наверное, не доделано. 100 миллибакетов всего лишь. Ладно, будем ждать более новых обновлений. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем обзоре. Может, когда-нибудь, когда вы получите обновление. Вот. Ну, мод развивается, недоделок есть. Так что, кому нравится, фаны, ждите новых обновлений. Вот. Всем пока. С вами был Альвинос. Спасибо. Пока.